две семерки и две девятки. В серийном номере у банкноты 10 тысяч тенге, который лежит на байковой поверхности 28 ноября. Семерки. Семерка – это цифра успеха, да? А семерки здесь слитно не располагаются, но зато образуют зеркальную цифру с восьмеркой. 7, 8, 7. Поэтому успех, параметр успеха, энергетика успеха этой банкноты усиливается в 1,8 раза. Девятки расположены слитно. Девятка – это цифра духовности. Энергетика этого параметра, то бишь духовности, усиливается этой банкнотой в 2 раза. Ну, вот такая интересная банкнота. На байковой поверхности 28 ноября.